Ну что, всем привет. Продолжаем с толкач. У нас тут лаба X8. Завалили контролера прошлой серии. Так, и давай, слушай, подожди, дай мне сориентироваться по заданию немножко. Так, список заданий. Чеваленда совершенно секретно. Ну, мне по идее в лаборатории X8 под Припятью находится секретная информация о зоне. Но найти документы и снести их стрелку, короче. Я одни какие-то документы нашел, но я не знаю, это полный список, не полный список. И мне вроде как, наверное, надо туда вниз спускаться. Там, по идее, сидят эти бюргеры, короче. Где-то там сидят, короче. Так, это мне, наверное, через правый лифт надо идти. Давай фонарик врублю, чтобы видно было. Давай вот так. Здесь, наверное, поднято, скорее всего, мне надо будет. И у них, по идее, должны быть еще одни документы. Так, по-моему, этот этаж. Я не уверен, но мне кажется, что этот. Ну, а сиди. Минус один. Окей. А, патронов не так уж и много. 8 кресочек. Ну да. Блин. И там, по идее, еще один сидит. Нехороший дядька. Это ж мою винтовку не повредил, я надеюсь. Так, давай, хорош там колдовать уже. Заряди, пожалуйста, вот эти патроны, а я пока звук сделаю потише в игре. Ага, вот так вот. И все, замечательно. Давай их, короче, тут отберу немного. Это, блядь! Как меня так прилетело, а? Там еще один был живой, нифига себе. А как так вышло вообще? Ну, наверное, сидел в этой комнате дальней. Подожди, братан, сейчас с тобой разберемся. Опять же, музычку давай потише. Он сбивается после каждой загрузки. Попал все-таки, а? Попал. Все, все. Я ж проверю, я ж схожу. То есть смотрю, что-то летит меня там, блин, долбит. Все, все. Давай, короче, с них посвязаю дань, скажем так. У меня там много вообще аптек осталось. Так, давай сначала подожди, давай я свой противогаз починю. А, чем? Это, по-моему, на 80, нет, на 70, на 80. Давай противогаз. С нашивкой, нет, с этим давай, с изолентой. Тени изолента, ну, все всегда поможет, бесспорный факт. Ящик какой-то стоит, там фигня лежит. Так, ну по сути, наверное, я не знаю, калашников можно и выкинуть, у меня на него патронов не особо есть то ну, вот 8, конечно, есть. Мой основной ган — это вот снайперская винтовка. Которую, кстати, наверное, починить было бы неплохо, да? 82%. Ты с 3% 90. Уже не подойдет. Так, а вот ты? 87. А, так, подожди, стой, не то. Потому что 82 я говорил, да? 82. И что-то не то. Так, вот это есть. 90. 90. 85. Ладно, придется тогда использовать, по сути, наверное, набор. Вот этот вот. 75. И плюс пряжка вот эта вот. Все, ган починенный. Снаряга тоже нормальная. Вот документики.
Яйцину давай соберу вот это вот все. Покушать надо не забыть. Так, а что есть покушать? Вот есть. Томаты. Так, ему мало. Давай колбасы немного еще наверх. Бобы. Ебать он прожорливый, конечно же. Вот это. Тоже не помогло. Батон еще наверх. Конечно, он наелся. Так. Нам же еще одни документы надо притянуть, да? Да, есть еще одни какие-то. А вот где они, эти еще одни документы лежат, я что-то немного теряюсь в догадках. Так, ну у нас там лифт просто сверху, да? Ну, по крайней мере, этого контролера убили. Бюргеров этих тоже положили. Ну что, надо по полочкам поискать. Ну, мне кажется, в каком-то таком месте они должны лежать. Так. Здесь отсюда я забирал документы, да? Где же забирал? Ходил, забирал. Это они тут на столе валялись. Там наверху, по-моему. Подожди, боеприпасы какие-то. А это хреновые боеприпасы на М-ку. Я бы, конечно, мог бы взять, но какой смысл, если оружие будет хренить после каждого почти выстрела. Типа смысла нету. Так, куда мы ходили? Ну, давай сюда налево схожу. На этот раз. О, слушай, тут наши друзья ходят. Пацаны. Костюм мне только не попортите, ладно? 95%. Ну, блин. Конечно, можно там его довести до 80, подождать. Просто тут какая-нибудь там одна заруба, и все, и костюму хана. Все, какие боеприпасы? Вон 11 штук. Они и так уже заряжены. Давай сейф. Здрасте. Так. Просто секреточка, где ни хрена нету, да? И нафига мне это было, непонятно. Костюм? 94, ладно. Пойдет пока что. Так, контролеры, чем мы замочили. Там выход из лабы. Тут рифты. Тут что? У нас аномалия, которая, наверное, может нас убить. И что-то мне подсказывает, что мне куда-то вот сюда. Так, ну-ка, давай-ка отсюда. Вон она идет. Молния шаровая. Так. Давай, проскочу пока. Тут у нас нифига нету. Так, она идет сюда. Давай, быленько. Ну, во вторую дверь соскочу. Так. Вот не знаю, но сюда залетает, не залетает.
Так, ну тут просто толстяки, ничего нету. Так, тут осмотрелись, тут тоже ничего нету. Тут мы везде ходили. О, здрасте. Так, валовские патроны, 5,7. Медицина. А, давай, короче, все эти патроны я схвачу. Вот что там, вот что это? Я понял. Так, ну чё? На калаш у меня ничего не появилось, лишних патронов. Ну, чуть-чуть есть, но там то, что было. Вот натовские я подобрал, там. Поврежденные, правда. Ладно. Ну давай на низ сюда, получается, пойдем. Тихо, 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 мистер Аномалия. Мистером Аномалией мы не хотим связываться. Вот здесь, мне кажется, я не все осмотрел. Так. Ну тут я точно ходил, да? Так, ну тут да. Давай туда на низ схожу. А не, слушай, я тут был. Вон, смотри, вот там вот тушканы эти валяются. А где, слушай, еще документы лежат? На столе тут вроде нету. Лебедев. Это вот пасхалочка, это части чистого неба. Это где документы спрятал? Ну, типа, может, с понтом я, конечно, не все этажи обладил, обследовал. Давай. Если что, нет, назад пойду. Но мне кажется, что квест меня не засчитает, скорее всего, если так. Так, а давай-ка подожди. И соседний лифт, потому что вот типа один проход. Там тут основной, в который я прибыл. Да, давай через второй лифт, короче, проникну. И там, короче, пошарюсь. Подожди, тут я шарился. Тут да, тут шарился. Так, сколько у нас тут выходов? Получается, что один, там тебе бюгеры были. Давай к лифту, короче, слажу. Если будет такая возможность. Так, ну короче, смотри, вон лифт. Давай на лифт. Ну, типа мы тут и что? И ничего. Ладно. Так, ну тут мы точно уже все осмотрели, тут даже смысла. Ну, конечно. Вон заточка для ножей есть, монетки. Блин, ну где-то ж еще лежат. Где-то я еще не облазил. Где-то есть. А где? Вот в шкафу он там бинт лежит. Давай я тут слажу прямо на самый верх. Так. Вот тут контролер, вот. Вот тут вот лифт, который нам мешался. Вот. Так, ну я честно не знаю.
Он, скорее всего, в каком-нибудь там очевидном и не очень месте лежит. Ладно, давай последний забег, я не знаю, тут вокруг. А, я, кажется, плюс-минус знаю, где оно может лежать. Помните, короче, там, где я этого бюргера замочил? Возможно, я там плохо осмотрел. Давай, короче, пойду по пути своему следованию первой серии. Как я его помню. Все, опять голодный. Хватит жрать, блин, за троих. Так, по-моему, вот сюда. Блин. Я навернул хугаля. Я навернул, мать его, хугаля. Ну, я не знаю, если я тут выйду, то этой лапы что-то поменяется. Давай попробую, выйду. Обновится ли задание? После вроде, когда первые документы я нашел, там что-то это пиликнул мне в ПДА. Ну просто не уверен, что есть ли тут еще что-то. Было предположение, что он там эти документы лежат в комнате, там где-то бюргер. Ну помните эту столовку, типа? Вот. Но что-то я там ничего не нашел. Когда обыскивал. Лишь пробежался там, F зажал. Что-то странное. Давай быстрее как-то. О. Задание обновилось, или мне все еще надо вниз ползти? Подожди, список заданий. Не, слушай, я могу уже назад возвращаться. Друзья, у меня что, когда батарейки сели? Ну, можно поменять, в принципе, такое. Ага, вот так вот. Ты поярче станет. Да, поярче стал. Че, погнали назад, нечего тут больше ловить, мне кажется. У нас тут ночь на дворе. Музыка вовсю. Звук. Так, я же правильно иду. Так, мне налево, вот туда вот. Сейчас бы не нарваться на кого-нибудь тут большого. Сейчас бы встреча с этим псевдогигантом или не знаю, с химерой было бы. Для меня фатальный, возможно. Хотя гранаты есть, снайперка есть, что. Что фатальный-то? Так, правильно же иду. Иду правильно. Наверное, фонарик может и не нужен, тут, в принципе, и так все видно. Господи, на, поешь еще. У тебя, блин, не прокормишь. Так, правильно, правильно, вон туда вот. Так, по сторонам вроде никого. Там кто-то сидит. Непонятно кто. Ну и пускай сидят. Ты ж не по нам, ты ж, надеюсь, по мутантам.
Что-то мне кажется, что монолит сидит. Ну и хай сидят, господи. Не мешают, не мешают. Пойдете на меня, леща получите. Так, давай продамся пока там по возможности. Кто купит? Остальное вон в ящик сложу и все. Давай прикупить. А ты ничего из этого и не продаешь, да? Похавать у тебя не купить. И этот вроде торговец, но сломанный. Чего тебе? Не, это ремонтник. Я закончил со всеми поручениями. Отлично, он практически в полной боевой готовности. Возвращайся ко мне, когда ты уже будешь готов. Окей. Я готов. Че хочешь? Внимание, враг, а это ты, ха-ха, шучу. Могу ли чем-нибудь помочь? Значит, смотри, обращение по поводу рваных ран и пулевых ранений у меня никогда не заканчиваются. Барвинок ему надо... Живая легенда, медприпасы. А, это на название квеста. Барвинок, живая легенда, медприпасы. И где мне твои медприпасы искать, слушай? Барвинок, слушай, сколько у меня этих барвинков? Господи, как назло, их у меня три. Давай снарягу пока подчиню там, хоть не особо дорого. Вот так вот. Удобность. Надежность. Надежность давай. Темп огня плюс 25. Масса. Хочу ли я тратить на это? Отдача. Ну, отдача вроде небольшая. Точность. Точности вроде хватает. Где что? Электрозащита. Защита от ожога. Ой, противогаз. Выносливость давай. Хочу выносливости. Тип защиты или радиозащита? Давай радиозащита. Ну, пси-защита пускай будет. Так, ну чё, нормально все, да? Так, мне, наверное, со стрелком поговорить. Ну, МРЕшку заточи. Так, здесь же, может, никаких торговцев нету? Вроде нету. А если тут посмотреть, все осмотреть? Нет, это просто альтернативный вход, скажем так. Это сейф не скрывается. Так, ну Барвино попросили найти, я не знаю. Ну давай пойду скажу на монолитовцев тех, или кто там сидит. И купить я тут навряд ли смогу сейчас. У кого-то что-то. Тогда патроны, может, полутаю. Давай, из темноты по ним работаю. Почему он не стрелял? Так, ладно, пофиг, давай последний сейф. Я просто подходил поближе, потому что был не уверен, что там монолит сидят там. Теперь я знаю точно, что это они. Все, так, пока мы далеко от них. Давай, короче, я на этом моменте игру завершу, скажем так. Вот, а вам всем спасибо. С вами был ZZP. Всем пока.